Знаменитая артистка Ани Лорак засветилась в стильном виде во время свидания с близким другом и коллегой Сергеем Лазаревым. В социальной сети Instagram на своей странице Каролина показала, как повеселилась с близким товарищем и коллегой. Сергеем Лазаревым, с которым ей давно приписывают любовный роман вот уже несколько лет подряд. Чтобы подогреть интригу к трогательной встрече с мужчиной, звезда также поделилась ярким кадром и у себя в профиле, обнявшись с певцом на камеру, пишет Политека.нет. На трогательном кадре Каролина позировала в объятиях Сергея, мило прижавшись к нему и уже привычно надув губы. Поклонники буквально взорвали пост комментариями, ведь стильные образы звезд сразу впечатлили их. «Я же говорила, вы будете неотразимы, в моих нарядах. Визг счастья. Невероятное, идеальное. Очень красивое. Ой, хорошенькие какие. Ну наконец-то ваше новое селфи. Наше прекрасное. Наконец-то друзья встретились после карантина. Очень ждали ваших совместных фотографий». Примечательно, что в самом профиле артиста также можно заметить похожие кадры, причем он поделился ими одновременно с Каролиной и отметил ее как близкую подругу. Новые фото вызвали немалый фурор в сети, ведь кадры со свиданий артистов можно увидеть крайне редко, а сами звезды никак не комментируют слухи об их отношениях. Как известно, Каролина долгое время была на карантине, отменила все встречи и проекты. После его ослабления звезда принялась наверстывать упущенное, провела несколько встреч с друзьями, устроила пышный праздник дочери и многое другое.